Ну что, тянет? А может попробовать мотор поделать, через тележку и ручку поднять? Ну ты задачи задаешь, сынуля. А что, не тянет? Ну очень слабо. Да. Или равновесие я держу. А ну приподними чуть-чуть колесо, включи. Руль, говоришь? И двигатель. Двигатель. Ну, двигатель-то у нас есть. Нате, красьте. Получается? Закрутишь уже сам? Угу. Тём, подержи там. Ты командуешь? Попал? Или сделал вид, что попал? Слава. Оба-на, не сходится. Помимо присварки, смотри. Прикольно. Не дал? Вот сколько не сходится. Ого. Вот так может повести. А может стукнуть надо? Так следует. Захильно стукнул. Нет. Не захильно. Опять надо будет на ускоренную съемку поставить. Хорош. Так тронуться, не расталкивая. О, поехал. Главный старт. Подними голову. Вперед. Вперед, как ты будешь ехать? Где-то так.
Толкни его, чтобы резина не буксовала. Тихо, съемки. Ух, ты еле в ворота попал. Звуки-то у меня хватает уже дома. Моя очередь. Вам тапки еще одни придется покупать. Специально для езды. Запусти берлагу. Я посмотрю 25-го там. Миша, ты хотел попасть в YouTube? Попал? Ну. Уже 5 километров съездили. На одном заряде. Средняя скорость. У меня была средняя скорость 15 километров в час. Останавливаемся. Максимально 20 не разгонялся, больше не разогнался. 21? Да. Больше не разогнался. Не знаю, это хорошо или плохо. Как назовете это транспортное средство? Хороший вопрос. А давай у подписчика спросим, как его назвать. Давай. Только без пикуласа. Почему? Пикулас как-то интересно. Легким движением руки открывается аккумуляторный отсек. Ладно. 12,6. Нормально. Еще не сел? Ну, еще можно ездить. А второй? Это непонятно. Контакта нет, да и сильнее вот да. Нормально тоже. Еще можно ездить? Еще можно ездить. Рано заряжаться. Ну, какая максимальная скорость была? Сейчас. О. 21,8, почти 22 километра. Угу. Самый главный пункт. 103 калории сожгли. Давай ставить уже под зарядочку. Тело пропало. Все. Калориями заряжаешься. Электричество. Доброго вам здоровья. Вот такое транспортное средство. У нас получилось, пока без названия. Мое название Пипилац. Детям не нравится, хотя Кинзонзо не смотрели. Недавно в Казахстане проходили гонки солнцемобилей. Привет Казахстану. Дети очень за этим увлеченно наблюдали, и поэтому у них вот эта вот страсть к электротранспорту образовалась. Ну, я немножко поучаствовал. Вот такие два транспортных средства у нас получились. Велосипед и вот эта бричка. Что я еще не сказал? До свидания. А ты... Все, больше сказать нечего. Ты еще не поздоровался. Всего хорошего.
До свидания. И мира вам.